Привет всем, кто меня смотрит. С вами Евгений Сусин. И сегодня у меня для вас стихотворение-загадка. Ну, она несложная. Если угадаете, о ком стихотворение, пишите свои догадки в комментариях под видео. И приступаем. Стихотворение называется «Кто он?». Он – часть культуры на протяжении веков. Он – мужество и сила без оков. Божественный правитель погоды и воды. Он защищает от несчастья и любой беды. Несет удачу, процветание и власть, могущество и таинство, и страсть. Хранит несметные богатства и любовь, поэзию творит, что в жилах закипает кровь. От алчности людей оберегает, и тех, кто меры и границ не знает, серебролюбие своем дотла сжигает. Он обновляет и преобразует, он вдохновляет и связует мир неба и земли, пока внутри горят угли. А кто его благодарит, тому он изобилие дарит и мотивирует стать лучше, раскрывая весь потенциал. Он мудростью наполнен, просветлен, природы силою могучей наделен. Воображение взбудоражит одним лишь взглядом, когда окажется с тобою рядом. Он многогранен и неуловим, порой общителен, порою нелюдим. Но если удалось тебе с ним пообщаться, без трансформации внутри и равнодушным не остаться. Он проницает душу, знает мир и понимает суть, закрытыми глазами видит и определяет путь. На расстоянии глубоко он чувствует грудное молоко, как сердце в эротизме бьется, слышит не ушами, он прикасается к нему кустами. Пред ним нет смысла притворяться, он есть трехглав и триедин. В нем правь и явь и навь, в нем Дух Святой, Отец и Сын. Он гений, породивший число пять, в нем символизм стихий усинь и два число, дуальность янь и инь. Огонь, земля, металл, вода и древо, ян расположен справа, а инь слева. Послушай свое истинное «я». В тумане ложных убеждений, что хочешь лично ты, услышь себя, сречь полчищ мнений, почувствуй эту силу рядом, приручи, доверься ей и научи, как людям доверять, как огненную ярость в нежность превращать, как человечность обрести и в мир добро и свет нести, заботе об уюте домашнего гнезда, не разрушать, а созидать всегда». Не бойся быть собой, открой пред ним свой взор, взгляни ему в глаза, останови призор. И если ты доверишься ему, прогонишь прочь сомнения, подарит изобилие тебе любовь и уважение. Спасибо за внимание, догадки пишите в комментариях и до скорого.